Питомцы не пострадали. Накануне на территории Барнаульского зоопарка произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 3 часов дня. На вызов незамедлительно прибыли 8 огнеборцев. В считанные минуты им удалось потушить пожар. Огонь уничтожил сено, заготовленное на зиму для животных. Всего выгорело 400 квадратных метров. Благо, никто из животных не пострадал, рассказал директор зоопарка Сергей Писарев. Он же добавил, что администрация уже подала заявление в полицию об умышленном поджоге.